во многих ситуациях самой большой проблемой была не реализация тех соглашений, которые мы имели. У нас очень много стратегий, которые вот, подписываются, которые принимаются и потом забываются. И вы знаете, это диагноз. На данный момент, по моему мнению, самой большой проблемой в дальнейшем будет не реализация этого соглашения. И это вызов очень большой. Потому что подписывать, ратифицировать, это еще просто. А реализовать реформы в той же прокуратуре, в Министерстве внутренних дел, в юстиции, в области конкуренции, государственных закупок, в сельском хозяйстве, вы знаете, сложно. Здесь появляются огромные интересы. И интересы появляются со всех сторон. И это довольно большой вызов. Потому что и здесь нужен консенсус.